Друзья, пропылесосили. Это, кстати, тоже такая хорошая физическая нагрузка, но можно и полноценно заняться фитнесом, тем более, что наша прекрасная Оксана Маслова уже овладела всеми новыми трендами, фитнес-направлениями и так далее. Сейчас речь пойдет об сабсерфе. Доброе утро! Сегодня нам предстоит тренировка на сабборде. А что это такое, нам расскажет профессиональный фитнес-инструктор Светлана Коренкова. Это специальная надувная доска, которая используется для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Мы осуществляем огромное количество упражнений, ищем баланс тела, души и разума на этих досках. Свет, по-моему, звучит как прекрасная утренняя зарядка. Начнем? Да, начнем. Начнем нашу практику с дыхания. Поднимем руки вверх, грудь подадим вперед, лопатки сведем вместе. Вдох, на выдохе руки отпускаем вниз. Переходим в позу стола. Кисти располагаем ровно под плечевыми суставами. И далее переходим на коврик сапа. По одной ноге переводим на сап. Вдох и на выдохе руки поднимаем вверх, поза горы. Спускаем таз вниз, сгибаем колени, утканасана. Дышим. Руки в диагональ. Вдох, на выдохе выпрямляем колени, руки отправляем вниз на коврик. По одной ноге переводим на коврик. Поза стола. Вдох, смотрим вверх. Выдох, подбородок к груди, живот подтянут. И вдох. Выдох. Хорошо. Правой ногой подшагиваем вперед, угол 90 градусов. Вдох, на выдохе руки поднимаем вверх, поднимаем корпус. Поза воина является позой баланса, приводит в норму все органы и улучшает здоровье человека. Вдох, на выдохе отпускаем руки вниз, подкручиваем левый носочек, отпускаем его на сап, колено левой ноги отрываем, поднимаем корпус вверх, балансируем, дышим. Это упражнение способствует лучшей растяжке организма, поскольку мы отрываем колено от коврика, переводим тело в баланс. И все по нашей практике все готовы и могут это выполнять. Подкручиваем пальцы, ставим на сап. Вдох, на выдохе отталкиваемся от сапа, руками давим сап. Пятками стремимся продавить коврик, плечи отпускаем вниз, голова, шея расслаблены в створе рук. Дышим. Собака мордой вниз. Отрываем правую ногу, поднимаем вверх. Трехногая собака, дышим. Вдох, на выдохе отпускаем ногу вниз, переходим в позу стола и в позу ребенка, расслабились, вдыхаем. Эти упражнения хороши тем, что задействованы самые мельчайшие мышцы тела, мышцы-стабилизаторы. И организм работает полностью. Я это подтверждаю. И вы эти делаете упражнения еще потом на открытой воде. Да. Задача усложняется, поэтому есть куда стремиться. Я думаю, что я продолжу тренироваться на, как называется, досочки? Сабборд. На сабборде. Да. Йога на сабборде – это то, что нужно для ухода. Отлично. И по традиции тренировку заканчиваем медитацией. Соединим большой указательный палец вместе, глазки прикроем, дышим.